А чё это там? Это же гараж Серёжки Мичурина. Забавные нарезки старой женщины и затупы от сухача. Залетай, подпишись. Не пропусти свой шанс покататься на мотоблоке, сваренном из клея и палок. Ссылку ты найдешь в закрепленном комментарии. Котик скажет мяу, а енотик скажет... Так, ладно, ребят. Она бросила двух детей на сухача и пену. Ну, если сухач и пена... А, это дети, сухач и пена, ну, имена. В смысле бросила? Она же их родила, значит, уже хорошо, что она аборты не делала. Главное родить и дать в хорошие руки, если не можешь воспитать. Ты снова второй, как сказал бы рокер, блин. Почему у тебя до сих пор еще второй половинки нету? Жены нету? Нет, ищешь? Жена ушла к рокеру. Почему? Ну давай мы тебе поможем, нас много людей смотрят. Жена к рокеру ушла. Кого ищешь? Я собака, ты кукол. У кого? У меня. В жизни были положительные опыты? Я рад за тебя. А вот, значит, типа за рулем, я так понимаю, сидит рокер, да, типа... Нет, точнее, с пассажирской стороны рокер, а с водительской, ну, типа, это самое, типа, блин, ну, вы поняли. Не хочу об этом говорить, типа, вспоминать плохое, не в моих, скажем, личных интересах. Вот, а это, типа, пенис, да, сука, пенис, он, типа, плачет, типа, бан, бля. Так, будем проходить что-то жесткое. Блядь! Давай. Да Серега звонил. Серега, звони, говорит, все лучше, как, ну, он же борозды сейчас там нарезает в огороде. Спрашивал, какие шириной колеса на мотоблок, чтобы лучше проходил по земле. В общем, ходила я по Меге, плакала над ценами, искала себе курточку на прохладный сезон. Да. Мой любимый магазин меня разочаровал ценами своими, нереальными. А кто поэтому это? Единственное... Это оплот кто? Адекватности, это был пломбир для меня. Там я взяла вот такую дубленочку из шикарных искусственных мехов за столько. Добавила джинсики, искала черный, но как бы серый тоже пойдет. Мои любимые цвета черный, белый, серый, да. В общем, чтобы вы понимали, в магазине, в котором я хотела купить себе куртку, куртка стоила на пятак дороже, чем вот эти джинсы, эта дубленка вместе взятые. На шоколадку. Когда потом страшилка, я ходила по Шану и плакала. Но мне 28, поэтому я могу уже плакать над ценами и ходить шопером. Потому что я старый. Это кто? Это откуда запись? Это кто? Ну и что это? Это фейк. Это фэк. Что? Аллах Акбар, мимо просто. Осуждаю! Удара! Дверь только закрой. Что, не прошел, что ли? Да, ушел. Это фэк. Брат. Какой бренд? Это все вброс, это настоящее все здесь. Эх, раля, раля, ралейка моя. Но как ты могла дать барабанщику? Раля, раля, раля. Барабанщику, о боже, как! Потлатому гитаристу лучшим дала ты танкисту. Да ты. Слышь, нормально разговаривать, ты еще тут?
Таки, да. Там уже все, комната закрыта. Спасибо. Паша, вы тоже. Паша. Алло. Паш. Ты не спишь? В Ламоде заказывай себе сумочку, как ты хочешь. Так, ребята, все. Все, ребята. Я с вами. Я прошу прощения. Кто это делал? Не понял. Давай быстрее на Ламоде скидки, разберешь, придет. Да я отходил в санузел, я прошу прощения, всем привет. Хайбер, хайбер. Алло, какая нахуй Ламода? Я занят! Это не выходит, ясно? Никто. Ладно. Денег нету, дело... какая Ламода, нету денег, нету! Главное... Я тебя плохо слышу, повтори, Серега, ты завел газель? О боже, не кричи. А? Ну что там сказали врачи, когда рожать? Все-таки девочка? А, двойня. Ну все, тогда нахуй уезжаю из города. Давай. Я снова с вами. Привет всем, сори, отходил. Как там, Ролинка живая? Да как, блин, да. Я ж сейчас уже ж это самое. Бегу. Вашу крепость атакую. Все хорошо, да, все прекрасно. Это, ну, все нормально. Все, в одиночное плавание пустился. Да нет, ты что? Я вообще по жизни человек семейный. Семья — это самое главное. Потому что я, знаешь как, я посмотрел на него, да, посмотрел. И сразу понял, он создан для меня. Это что, дебилоиды? Че это за параша, блядь? Чмо? Это не вброс, действительно, женщина, с которой я живу, беременная. Да. Да, да, да. Но я не знаю, отменяли или нет. Ой, осуждаю, от меня. Лицо знакомое, блядь. Где-то Валера, я ее видел, а? Это обзор на твоих зиблов. Лицо знакомое, где-то я с ней где-то виделся. У нас, наверное, с ней где-то было. Что-то знакомое очень, я забыл просто, как зовут. А, не, не было. Получается такая ситуация, ну, папа мой не знает, что моя мама трахалась с другим, с рокером. Вот, и я же, типа, не настоящий сын, папа не знает. Папа меня воспитывает как на родного. Да. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста, вот дедова сарака. Алло. Да то не Боже, какое жопа. Ты позорище. Если жена это не значит, что жопа. Можно на себя это забивать. Упал, отжался. Это из интернета. Из интернета. Я тебе серьезно, это не моя, у меня побольше. Какая? Да, да, твоя. Я понял. Это не моя, блядь, это он, они, сука, в интернете сделали ее. Эх, раля, раля, раля. Ты к рокеру ушла. Любовь свою нашла. Раля, 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 раля. Эх, раля, раля, раля. Раля, раля. Раля, раля, раля. Сердце болит, а рокер пердит. Раля, 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 ты к рокеру ушла. Раля, любовь свою нашла.
раля, 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 я умираю. Раля, 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 я погибаю. Эх, раля, раля, я помираю. Раля, раля.